Здравствуйте, мои юные художники! Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по рисованию. И сегодня мы с вами попробуем нарисовать животное, которое живет в теплых странах. Сегодня мы попробуем нарисовать с вами слона. Значит, для этого нам понадобится простой карандаш, стирательная резинка, краски, кисточка. Ну, прежде всего, давайте начнем рисовать самого слона. Значит, первое, что я делаю, это нахожу серединку. Вот у меня серединка. И начинаю рисовать туловище. Туловище у нас у слона овальное. Значит, смотрите, нахожу серединку. И вот так вот по диагонали, я нажимаю со всей силы на карандаш. Почему? Потому что, чтобы вам видно было. А вы можете делать наброском. Вот провела по диагонали, прорисовала вот такой вот овал. Так вот овал. Так, убираю тут лишнее. Дальше. У слона есть шея, но она не очень... такая длинная, она достаточно короткая. Ну вот немножечко сейчас вот поправлю, что-то мне не очень нравится. Я вот его вот так сделаю. Так. Раз у него шея такая короткая, то ее практически не видно, поэтому голова с туловищем соединяется вместе. Поэтому я рисую еще один овал, похожий. Такой вот. И обратите внимание, что я по высоте его сделала такого же, как туловище. Вот у меня высота головы равняется высоте туловища. Так, затем рисую хобот, провожу линию, пускаю вниз, и у меня получается как будто цифра 9, да? Затем добавляю еще линию к нашему хоботу, провожу, здесь у меня она пошире. Чем ниже она немножечко сужается, на конце рисую круг. Ну, вот здесь такие складочки. Так. Глаз. Где нарисовать глаз? Глаз мы рисуем посерединке. Вот я нахожу серединку. Чуть-чуть отступаю в бок. Рисую глаз. Глаз у меня будет один, потому что второй глаз, он находится с другого боку. Так, под хоботочком у него есть ротик. Ротик нарисовала. Если это взрослый слон, то у него есть бивни. Нарисовала вот такой овал, кружочек. Теперь веду линию раз, линию два, один бивень. А вот второй бивень, он торчит только чуть-чуть. Вот, потому что остальная часть у него с другой стороны. Голова ровненькая такая у него, ровная не бывает. Она у него, череп у него необычной формы. Рисую такую как бы буковку М. Вот такой вот у него формы. Так. Нарисовать нужно еще ушко нашему слонику. Рисуем черточку раз. Опускаем черточку вниз два. И вот здесь вот рисуем три. Затем убираем там, где у меня встречается голова и туловище. Так, можно ушко наше а по объемнее сделать. Рисуем хвостик. И теперь начинаем рисовать сами ножки. Значит, каким образом? Нога у слона будет состоять из двух частей. Первая часть вот такая вот, такой, вот такая вот половинку овала рисую. Затем черточка вниз, дуга, прямая линия на них, ноготочки. Одну ногу мы видим целиком, вторая ножка только выглядывает чуть-чуть. Но ступню видно целиком. Это задние ножки. Рисуем передние ножки. Тоже рисуем половинку овала. Стараемся, вот, чтобы они примерно были одинаковые. Опускаем черточку раз, черточку два, дуга, прямая линия.
коготочки. И вторая ножка задняя, которая с той стороны, она выглядывает только чуть-чуть, ее не целиком видно. Вот. У меня немножечко слоник получился не на одном уровне, поэтому раз у меня так получилось, я сделаю, как будто он идет у меня в горку. Вот, слон наш готов. Теперь вам творческое задание. Дорисуйте, пожалуйста, и придумайте на своей картинке так, чтобы вашему слонику не было скучно. То есть подумайте, в какой стране он живет, какие растут там деревья, какая растительность вокруг. И все это дорисуйте карандашом. Куда у вас слон пошел? Что он у вас делает? То есть здесь вы можете включить свою фантазию. После того, как вы все нарисуете карандашом, можно приступать работать красками. Значит, слон у нас бывает серого цвета. Как получить серый цвет? Если вы помните, то нужно смешать две краски, черную и белую. Желаю вам творческих успехов, всего доброго!